Вань. Иду как Багира. Это Багира, это тоже? Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет, как всегда, обещанная примерка, обзор вещей из Василька. Очень люблю Василек за то, что он мне присылает вещи для обзоров. И вещи из Василька мне очень-очень нравятся. Посылка лежит там. Давайте посмотрим, что же нам прислали. Из помощников у меня сегодня только Даша. Даша мой верный всегда помощник, всегда мне помогает. Так, ну и что мне прислали? Собственно говоря, мне нужны были халаты. Я в какой-то момент поняла, что у меня нет никаких халатов дома. Поэтому заказала парочку, с учетом того, что, может быть, что-то еще Оксане отдам. Посмотрим. Значит, что это у нас? Туники какие-то пляжные тоже я заказывала. Давайте рассматривать все с вами по порядку. С чего начнем? Я думаю, что вот с этого какого-то симпатичного такого зелененького халатика. Что? Дома у меня сейчас довольно-таки прохладно, потому что у нас сегодня опять сыро, идет дождь. И не знаю, когда же этот дождь у нас угомонится. Значит, вот такой вот махровый халатик, 52 размер это. Вот такой вот артикул. Но я потом, как всегда, под видео подписываю, что и как. Мне очень понравился вот такой вот мятный цвет. Здесь, господи, есть еще и какая-то такая кошачья мордашка. Это все в духе моего Ивана. Смотри, Даш, прям подстать тебе, да, скажи? Прям подстать мне. Ну, давайте скорее померяем. Ваня пришел, говорит, мяу. Ну, вот смотрите, вот таким вот образом выглядит вот этот халатик. Мне он очень понравился. Сейчас, подождите, наверное, дополнительно включу свет. Вот, чтобы было не только дневное освещение, но еще и дополнительный свет. Значит, вот таким вот образом на молнии. Очень хорошее, приятное у него качество. Вот с таким вот симпатичным котенком. На молнии я просто обожаю халаты. Есть здесь кармашки. И вот такой вот игривый, симпатичный. Прикольно как. Симпатичный капюшончик. Смотрите какой. С киской. С киской и с бантиком. Ну, знаете, особенно, мне кажется, для молодых девчонок вообще прикольно. Ну и мне тоже нравится. Смотрите, какая красота. Кисуня. Так, здесь еще есть дополнительные у нас какие-то веревочки, что можно это все дело затянуть. Ну, по сути дела, конечно, капюшон не особо нужен, но знаете, когда если там распаренный с ванной выходишь, и для того, чтобы, может быть, волосы быстрее высохли, там, я не знаю, или не простыть, или из бани. Ну, в общем, вот такая вот универсальная вещь. Очень мне понравился, качество мне очень нравится. Модель мне нравится, цвет нравится. В общем, я в полном восторге. Такой вот, когда в прохладное время, когда отключают отопление дома, ходить вот в таком вот виде, мне кажется, очень приятно. Так, давайте посмотрим сейчас с вами цену. Это халат женский, ментол, 52 размер, стоит он 1079 рублей. Следующая вещь, это вот такая вот туника. Мне очень нравится салатовый зеленый цвет, я просто обожаю. Сейчас смотрю, тебе все нравится. Тебе нравится примерка, да? Ты в восторге от примерки. Так, ладно, давайте посмотрим на тунику. А туника у нас выглядит вот таким вот образом. То есть можно ходить как в домашнем платье дома. Можно надеть на море. Материал легкий. Это хлопок. Мне не знаю, правда, что здесь написано. Но, тем не менее, смотрится вот таким вот образом. То есть, ну, кто-то, знаете, считает, что 52 размер ты не имеешь права надевать платье там выше колена, либо еще что-то. Но я считаю, что когда ты идешь на пляж, что же тебе еще надевать? Какие-то длинные такие юбки, либо еще что-то. Я считаю, что вот вообще вещь универсальная. Насчет того, как она будет вести себя после стирки, я не знаю. Потому что, соответственно, я еще не стирала. Но могу показать вам предыдущие вещи, которые мне присылали, потому что там был момент, но сейчас более подробно вам про него расскажу. Ну, вот так вот, смотрите, рост у меня 1,70 м. И всегда стандартный рост
Васильке тоже пишут 1,70 м. То есть вот на 1,70 м выглядит все это вот таким вот, вот образом. Мне нравится. Не знаю, как вам, напишите. Самое главное всегда, конечно же, интересует в первую очередь стоимость. Это туника «Ритм», салатовый цвет, вот такой вот у нее артикул, и стоит она 595 рублей. Ну, я считаю, что вообще отлично. И для туники, и как для пляжного платья очень хорошо. Так, что здесь у меня вот такое вот голубое пришло? Это, наверное, тоже что-то типа халатика. Давайте скорее развернем. А это у нас домашний костюм. Я даже не знаю, как вам померить вот такие вот шорты. Но, наверное, сейчас померяю. Вот такой вот тоже. Это, знаете, вот махровая такая ткань, как халат. Да, как халат. То есть он такой тоже тепленький. Тепленький с одной стороны, а с другой стороны, ну, давайте посмотрим, насколько это будет комфортно и как это будет смотреться. Ну, вот таким вот образом выглядит этот костюм. Значит, это тоже у нас 52 размер. 52 размер. Здесь вот такие вот коротенькие шортики. Но я не знаю, это, конечно же, домашний вариант. Хотя, может быть, кто-то в таком тоже решится выйти на пляж. На рукаве? Да. Ага, нет, это знаешь, что Ванина? Панда, наверное, скорее всего. Прикольно, да? Тут написано. Где? Нет, здесь лапки такие, как у... А, ну подожди, ну лапка как собачья. Нет, по-моему, это панда. Панда, думаешь? Под нос. Ну, в общем, знаете что? Вот костюм, вот в целом, все мне нравится, все здорово. В принципе, даже на самом деле можно в таком пойти, вот в таких вот шортиках там, ну, вот чисто для загара, да, а можно по дому ходить. Но вот мне не очень нравится рукав, что он резинкой сделан. Резинкой вот таким вот фонариком. Ты тоже будешь со мной, Ваня, да? А тебе нравится, Вань, смотри, вот такая вот такой вот момент, что эти лапки такие прикольные. Да не, а, ну тут еще и сердечко, Ваня, рассмотрю. Я-то сердечко не видела. В общем, не знаю, не знаю. Напишите, как вам нравится такой вариант или не нравится. Ну вот, видите, вот здесь вот это вот плечо вот таким вот образом сделано. Ну да, мишка. Мишка с носиком такой. Может быть, для таких вот девчонок помладше будет интересен такой вариант. Ну, в принципе, и для девчонок постарше вот сейчас по дому ходить, для меня тоже, мне кажется, вариант очень даже ничего. Так, ну и, конечно же, стоимость этого костюма. Это женский костюм ЖК-012. ТЖК-012. 612 рублей такой костюмчик стоит. Знаете, что хорошо? Что здесь такая вот ткань, она однотонная, да? И здесь, как мне написали в одном из комментариев, что вот окрашиваются костюмы, но вполне вероятно, что-то, конечно же, может и окраситься. Но вот здесь, в принципе, вот окрашиваться нечем. То есть и цвет такой приятный, голубенький, и вот само качество изделия. Ну, такое вот, смотрите, видите, как сделано внутри? То есть ничего не колется нигде, и снаружи выглядит, в принципе, неплохо. Так, ну что, вот это, наверное, еще один халат. Ну, вот таким вот образом выглядит халат. Еще один халат. Серая у него такая вставка. Полосатый. Очень он интересно на сайте смотрелся. Мне понравилось. Но знаете что? Вот размер 52 у всех вещей. Но вот если первый голубой, я постараюсь, знаете что, вставить, наверное, сюда вот так вот второе изображение. Он был прям вот в обтяжечку, да? То вот здесь... И 54-й поместится в том числе. То есть он такой более свободный. Рукав у него 3/4. Слушайте, ну самое главное, что у него очень-очень приятное качество. Я вот такие халаты просто обожаю носить по дому. И у меня все не доходили руки себе что-то такое интересное купить. А тут Василек подоспел, поэтому Васильку я прям очень-очень благодарна. Даже есть здесь вот такой вот... кармашек, ну, в принципе, как бы в халате, что дома носить в кармане, хотя, наверное, каждый найдет для себя, что можно туда положить. Чики-бамбони? Это что значит чики-бамбони? Чики-бамбони на веселоне, можно станцевать, да?
Не, ну маму приятнее. В чем видеть маму приятнее? В халате или в платье, или в брючном костюме? Что тебе больше нравится? Мне кажется, в любом виде. А тебе маму в любом виде приятно видеть. Не-не-не, ну мне вот, в общем, очень понравился, что он такой вот свободненький. Свободный и приятный на ощупь, да? Да. Согласен? Да. Можно, если это все у тебя только холодало, можно потереть и согреться, да? Да. Об маму. Так, ну ладно, поехали дальше. У меня тут еще каких-то две вещи. А, ну самое главное, размер у всех 52-й. Стандартно, что сколько он стоит, разобралась. Это знаете что? Радуга 2, и стоит он 924 рубля. Вот такой вот, считайте, замечательный веселенький халатик, 924 рубля. Вот за что люблю Василек, это за их цены. А дальше ждала засада. Засада, знаете, в чем заключается? В том, что я заказала себе такой, знаете, комплект для сна. Поэтому здесь вот такие вот супер коротенькие шортики. Вот такая вот здесь маечка. Ну, все мы в чем-то спим. Кто-то спит без ничего, а кто-то спит в разнообразных костюмах. Да? Ну и сверху вот такой вот халатик. Это после сна встать и накинуть на себя халат. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Неоспоримое преимущество вот этого комплекта, это то, что это чистейший хлопок. Чистейший хлопок. То есть это очень-очень легкий костюм. Вот именно для сна. Знаете, вот это самое-самое оно. Я считаю, просто идеально. Майка легкая, удобная. Чистый 52 размер. Шортики тоже очень приятные к телу, ну и такая веселенькая расцветка, мне кажется, она, ну не знаю, мне нравится. Может быть, знаете, кто-то скажет там по-детски, либо еще что-то, но вот мне как бы реально нравится, ну и, соответственно, вот халат, давайте сейчас получше с вами его рассмотрим. Ну вот смотрите, видите, он прям тоненький-тоненький, прям тонюсенький. То есть вот когда, если дома жарко, да, то это прям вот самое-самое то, самое идеальное. Так, ну давайте сейчас его померяем. Ну вот, так, комплект женский, 3,17. Ага, да, вот он, комплект женский, 52 размер, вот он, НК-3179, 806 рублей стоит вот такой вот костюмчик. Таким вот образом смотрится вместе с халатиком. То есть даже если к вам, в принципе, пришли там какие-то очень знакомые гости, ну, близкие, да, друзья, там, родственники, в принципе, можете предстать перед ними в таком халате. Напишите, как вам. Мне нравится. Я прям в восторге от всех. Вы знаете, я все время заказываю как-то вот для семьи, какое-то там постельное белье для всех. А сейчас захотела вот как-то такую красивую заказать домашнюю одежду. Я прям в восторге от этой одежды на самом деле. Мне даже ничем не хочется поделиться. Хотя, может быть, что-то нужно отдать маме. Не знаю, посмотрим, ей там нужен был халат, какой халат ей отдать. Но вот этот прям восторг. Восторг, восторг. Вань, иди посмотри здесь, какой у меня мощный бургер. Или это не бургер? Глянь. И вот такой вот здесь есть еще, помимо всего, довольно-таки широкий пояс. Это не бургер. Это не бургер? А что это? Это, по-моему, макаронцы. Макаронцы твои любимые. Прикольно, да? Нравится? Какой костюм тебе нравится больше? Кошай. Ну, прям вообще, знаете что? Мне здесь тоже нравится вот эта вот очень яркая расцветка, да? И желтый такой, прям он сочный такой. Так, ну и что-то у меня еще там осталось. Еще какая-то есть одна вещь. Давайте посмотрим, что это такое. Вещь вот такая вот симпатичная. Киска! Как тебе? По-моему, это пума. Какая пума? Киска, ты что, Вань? Классная? Это, по-моему, Багира. Багира, да. Багира. Кстати, Багира я тоже. Я как Багира иду, слышь, Вань? Иду как Багира. Не, это Багира, это тоже кошка? Конечно, кошка. Вообще супер, да, класс? Все с кошечками, все с кошечками, как я люблю. С кошечками, с пандами, с лапками, с какими-то. Ну, что я хочу сказать по поводу вот этой туники. Вань, ты что скажешь? Тебе нравится? Тебе мама во всем нравится, да? Ну, я хочу что сказать, что это тоже четкий 52 размер, но
знаете, вот она немножечко как бы в обтяжку. Вы видели все предыдущие вещи, все вещи одного и того же размера. Вот это прямо оно в облипку, вот такое вот платьице. Не знаю, напишите, вот то в этом материал... платье. Нет, материал здесь хлопок. Здесь чистейший хлопок. Но сейчас я вам поближе покажу. Мне нравится, что вот здесь вот эта вот окантовка такая вот простроченная. Мам, ниточками. Хлопком пахнет. Вот видите, это вот все прострочено. Не знаю, как потом поведет себя вот эта вот строчка из нитки. Но тем не менее, ну как бы вот мне нравится. Цвет здесь черный. Напишите, можно в таком платье пойти на пляж, допустим, ну, недалеко, вот из номера вы вышли, там 5 метров прошли, или это все-таки чисто домашний такой комплект? Знаете, это как больше, наверное, такая вот удлиненная футболка. Но мне нравится безумно, вот на самом деле. Единственное, что вот четкий 52 размер, не больше. Если чуть-чуть больше, то кубик будет уже в обтяжку. Какой кубик? Карман. Вот видите, Ваня придумал, для чего нужны карманы. Да, Ваня? А то, что я люблю кошек, вы можете посмотреть. Да, у меня стена все в кошках. Кошек я просто обожаю. Где-то там еще одно коте. Так, сейчас с вами посмотрим, сколько это у нас удовольствие стоит. Ну, не знаю. Мне нравится. Мне нравится. Так вот и на пляж пойти. У меня сколько получается теперь? Это какая? Самая последняя? Это самая последняя. Кошка называется. Кошка. А, да, 420 рублей. 420 рублей вот такая вот футбол. Ну, фактически, знаете, удлиненная такая футболочка в виде платья. Мне нравится. Тебе какая больше всего понравилась вещь? Но их, знаете, сравнивать бессмысленно, потому что абсолютно разное назначение. То есть вот это, считайте, спальный комплект, который нужен абсолютно каждому в хозяйстве. Вот это вот идеально на вот такую вот холодную погоду. Вышел, укутался в этот халат, тебе тепло и в то же время красиво. Вот это вот на сейчас время, да, когда... Ну, честно, вот я такие комплекты не носила. Это вот получается халатного типа вот такой вот комплект. Но он мне тоже очень и очень понравился. Я прям в восторге, хотя обещала поделиться с мамой. И вот теперь дилемма, какой из этих халатов отдать маме. Слушайте, а у меня здесь что-то еще завалялось, а это что? Туничка. Но здесь я немножко не угадала для себя с цветом. Это такой какой-то кораллово-лиловый цвет, и я с ним слилась. Вот если бы это было бы в салатовом цвете для меня, это было бы идеально. Вот мне кажется, такое платье подойдет Оксане по своей расцветке. Мне кажется, прям ей будет идеально, потому что она темненькая, и он будет подчеркивать все ее достоинства. Здесь вот так вот, видите, сделано, как у меня есть много платьев, вот вместе с такой полоской, и куртка у меня с такой полоской, сейчас вот это вот модные вот эти вот полоски. Значит, ну, это, конечно же, тоненький трикотаж, поэтому, конечно же, он подчеркивает все ваши недостатки, какие только могут быть. Да, то есть все какие-то валики там, либо еще что-то. Но опять же таки, если ходить по дому, то ну, просто идеально, мне нравится. Такая, знаете, а-ля девочка, а-ля припевочка. Если где-то там пойти, ну понятно, что по городу, наверное, скорее всего не пойдешь, да? Но на пляж, может быть, тоже можно выйти. Ну вот Оксана померит, если ей подойдет... Наверное, я бы, наверное, отдала бы это платье, потому что по цвету оно ей больше подойдет. А может быть, и себе оставлю. Посмотрим. Не знаю, розыгрыш уже не буду делать, потому что желающих много. А как это все разыгрывать, честно, я не знаю. Мне кажется, проще там вот какие-то розыгрыши ценными призами делать, чем вещами. Так, это, наверное, малина. 617 рублей. 617 рублей, вот так вот. 6139. Малина Милаш. Я вот если на все на это ссылки найду, то я вам, конечно же, все оставлю по ссылкам. Где что можно найти.
кстати, я хочу сказать вот по поводу качества. Мне пишут, что вот у Василька, допустим, не очень хорошее качество. Мне кто-то последний раз написал. Вот смотрите, вот этот вот костюмчик мне присылали, розовенький. Я в нем до сих пор хожу, спортом занимаюсь, на даче очень часто езжу. Вот сегодня, кстати, я в нем пришла. Вот они, от него брюки. Мне пишут, что вещи окрашиваются и плохо носятся. В общем, смотрите, вот этот вот костюм, кто помнит, когда я снимала, мне кажется, месяца три, вот еще тогда только период самоизоляции начинался, мне выслали вот эти вот костюмы. Я в нем непрерывно ходила там в течение нескольких месяцев по вечерам. Ну что я хочу сказать, что брюки целы, невредимы, ничего здесь вот не окрасилось, кофта тоже целая. Поэтому, ну, видимо, наверное, может быть, от вещи зависит и от способа стирки. Сейчас покажу вам еще одну вещь. Еще один костюм, который мне присылали. Как видите, вот я его уже села, как раз-таки, вот сейчас, видите, мятый после стирки у меня. И как бы ничего здесь тоже не обкрасилось. Хотя, вот видите, он трехцветный, серый, белый и черный. Так к тому вопросу, что, вот знаете, пишут, что там эти костюмы вытягиваются, обкрашиваются, либо еще что-то. Вот посмотрите, то есть как бы вот эта вот вещь я стирала, вы многие видели, я там на дачу каждый день ездила, то в этом костюме, то в том, я их постоянно меняла. Вот как была белая полоса, так она и осталась. Здесь как было серое, так и осталось. Ну это весной, помнишь, мне присылали в апреле месяце, либо в апреле, либо в марте, когда мы на самоизоляцию сели. Это вот первая посылка была, которая меня порадовала от Василька. И что я хочу сказать, что, конечно же, ну вот, допустим, тоненькие, которые прям совсем тоненькие вещи, ясное дело, что они там не будут служить вам вечно. Это такие вещи, мне кажется, они не особенно дорогие, там 600 рублей, 700 рублей. То есть, ну, в принципе, это может позволить себе каждый человек. И ясно, что вы не будете носить это всю жизнь. В любом случае, вещи, они в определенный момент надоедают, что-то хочется надеть новенькое. И годами вы этим пользоваться не будете. А вот так вот на сезон, на два, с удовольствием будете носить, радовать себя, окружающих такими вот какими-то симпатичными расцветками. Потом сейчас вот если, допустим, брать какие-то там брендовые вещи, они же стоят огромное количество денег. А здесь, считайте, хлопок. Я вот, допустим, Ване какие-то покупала недавно, фирменные брюки, вот просто вот такие вот обычные хлопчатобумажные, но они фирменные. И я заплатила за них 1500 рублей просто за одни брюки вот такие вот спортивные. А здесь целый костюм можно купить там за 1300, за 1400 взрослый. Или ребенку там, у которого рост, допустим, 140. Поэтому, конечно же, есть вещи абсолютно разные по качеству. И нужно смотреть. То есть нужно смотреть, что из себя представляет вещь. Если прям вот она совсем супер дешевая, то ясное дело, что может быть там качество будет не очень хорошее. Но если средняя ценовая категория, то ну я вот пока что меня еще ничего не разочаровала из Василька, все ношу. Вот этот вот костюмчик, мне он прям ну очень понравился. Я даже не знаю, ну вот видимо своей какой-то такой яркой расцветкой и необычностью. Ну и опять же таки я вам еще раз говорю, что эти вещи мне выслал на обзор Василек. Поэтому вы просто смотрите, выбираете, нравится вам, не нравится вам. Ну а я вам честно говорю, что Василек у меня любимая компания, потому что это единственная компания. Недавно ко мне кто-то обратился за рекламой, а я рекламу ненавижу. Вот на самом деле многие пишут там, сколько стоит у вас разместить там что-то, то-то. У меня расценок никаких нет, потому что я этим не занимаюсь, я понятия не имею, как это делается. И это уже какие-то идут обязательства перед рекламодателем. И я не берусь. То есть вот меня многие присылают сейчас, а сколько там стоит у вас прирол, допустим, ну в начале видео там вставить какую-то рекламу. То есть я не берусь ни за какую рекламу. Но вот Василек мне очень нравится, он никогда ничего не требует, он абсолютно спокойно вот присылает на обзор такие замечательные вещи, которые остаются мне, и я от этого ну просто в восторге. Побольше бы таких Васильков.
Ну, а всем огромное-огромное спасибо за то, что вы сегодня были со мной, за то, что посмотрели это видео. Пишите в комментариях, что-то понравилось вам из вещей или нет. Если понравилось, то что понравилось больше, чтобы вы купили бы себе. И всем, как всегда, добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь совсем скоро, уже завтра. Пока-пока. Пока-пока. Мне нравится мне. Герой сегодняшнего дня. Надо в камеру. Пока-пока. Вань, ну что ты бегаешь? А я еще не увидела сзади-то здесь на костюмчике. Сзади. То есть ты идешь, у тебя еще и сзади лапка. Лапка у меня тут бегает.